Компания «Петроказахстан Конколь Ресурсес» организовала торжественные проводы ряда нефтяников на заслуженный отдых. Также были оказаны почести ветеранам компании, которые в этом году отмечают юбилей – 70-80 лет со дня рождения. Ермекбай Шаймаханов проработал в нефтяной сфере 23 года. Внес свою лепту в развитие родного предприятия. Сегодня он на заслуженном отдыхе. В 1992 году устроился на работу «Южнефтегаз». Прежде на Кумколе была должность заведующего культурными мероприятиями. Через 5-6 лет был приглашен на должность специалиста по связям с общественностью и правительством в головной офис. В общей сложности проработал 23 года. Думаю, мы с честью выполнили все поставленные перед нами задачи. Дариха Айкенова также была одним из ценных работников нефтяной компании. Она всегда с большим нетерпением ждет встречи с родным коллективом. Благодарна за внимание. Вышла на пенсию в июне 2020 года. Я счастлива. Сегодня компания провожает вышедших на заслуженный отдых, поздравляет своих ветеранов с юбилеем. Я 16 лет проработала в Мангышлакском производственном объединении, 26 лет в Петроказахстан ведущим инженером отдела технологий. На торжественном мероприятии теплые поздравления прозвучали в адрес юбиляров. Одни из них справляют 70-летие, другие – 80-летие. Каждый из них славно потрудился во благо компании. Открытие Кумкольского месторождения превратило область в один из нефтяных регионов страны. Первая скважина была установлена в 1987 году. С этого дня ведет отсчет нефтяная отрасль региона. За прошедшие годы сформирован нефтегазовый кластер. Все эти достижения стали возможны благодаря труду ветеранов предприятия, в прошлом высококлассных специалистов. Всем вам от чистого сердца желаю крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Пусть будет много приятных поводов для таких встреч. Готовы отмечать ваши 90-столетние юбилеи. Почести заслуженные. Вы своими руками создавали и поставили крепко на ноги это предприятие. Мы продолжаем начатое вами дело. Компания поддерживает самую тесную связь со своими ветеранами, окружила их вниманием и заботой. Среди первых их поздравляют с праздничными датами – Днем нефтяника и юбилеями. Ветераны всегда самые почетные гости торжеств. Галымжан Жумназар, Елеман Жаматов, Бугимбай Басилов, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда.